По случаю наступления года древесного дракона, я хочу пожелать всем моим соотечественникам, как внутри Тибета, так и за его пределами, здоровья, сил, удачи в делах, а также благополучия и достатка во всем. Пусть в новом году во всем мире установится покой и гармония. Пусть не будет болезней, голода и войн. И я хочу пожелать моим соплеменникам, тибетцам, с которыми меня связывают кровные узы, больше счастья, радости и благополучия в новом году. Я хочу пожелать вам, чтобы вы наслаждались такой жизнью. Пусть пребудут крепко лотосы стоп Его Святейшества Далай-Ламы. Я желаю Его Святейшеству долголетия и спонтанного притворения всех Его замыслов. Он — мудрое око и живое сердце Тибета. Я молюсь об этом. Пусть будут процветать источники блага и счастья, четыре великие школы, а также традиция Джонан вместе с традицией Бон. Пусть благоденствует собрание всех святых подвижников. Пусть жизни держателей учения Будды будут долгими. Я молюсь об этом. У нас есть обычай. В новом году принято облачаться в новое, надевать новую одежду, накрывать особый праздничный стол, готовить особые блюда. Трудности и проблемы прошедшего года остались вместе с ним в прошлом. Но и в этом году нас будут ожидать новые вызовы. И что бы ни происходило, и в счастье, и в печали, мы должны уметь находить силы, чтобы с новыми силами начинать новый этап своей жизни. Будьте уверены в своих силах. Пусть надежда не покинет вас, и все ваши чаяния воплотятся в жизнь. Пусть все тибетцы будут жить сплоченно. Пусть все тибетцы будут поддерживать друг друга и помогать друг другу. Пусть мы будем относиться друг к другу как к родным, сыновьям и дочерям. Это очень важно. В таком случае мы, тибетцы, сможем сообща преодолеть трудности, которые могут нас поджидать впереди. Только так, я думаю, мы сможем достичь своей цели. Пожалуйста, не питайте друг другу зависти. Не соперничайте друг с другом. Не смотрите друг на друга свысока. Пусть все будут для вас вашими близкими, детьми, друзьями. Помогайте друг другу. Относитесь друг к другу с любовью. Защищайте друг друга. Это очень важно. Пусть чаяния всех тибетцев осуществятся. Пусть воссоединятся в Тибете все оказавшиеся в изгнании тибетцы. Пусть скоро наступит тот день, когда Его Святейшество Далай-Лама сможет ступить на землю Тибета. Я молюсь об этом. Большое спасибо.